готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. О, да тут мы не просто готовы. Тут, судя по выражению лица, мы уже и репарации готовы обсудить. Ну, давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз как-то, наверное, ну, по крайней мере, мы надеемся осознанно партнерами. Конечно, сейчас ставлю это слово в кавычках. Мы по-прежнему открыты к переговорам. А к переговорам все готово. Все готовы к переговорам. Надо просто подъехать в Нидерланды, в Гаагу. Вас там уже всех ждут. В общем, все, Херсон. Давай, до свидания и удачи. Не прощаемся. Скоро увидимся. Мы еще вернемся. Все отстроим. Все возместим.